На латыни можно читать или писать. Да-да, ты не работала моделью в Токио. А вот ей приходилось. Ну? Она хороша, подойдет. Скарлетт Йоханссон в 2010 году, еще до момента уменьшения своих достоинств, считалась одной из лучших актрис поколения, а в 2019 она попала на первую строчку самых высокооплачиваемых кинодевушек по версии Forbes. У Скарлетт было, есть и будет множество отличных ролей, но попав в киновселенную Марвел на правах Наташи Романов, она увековечила себя в лучах актуальной славы на долгие годы. А сцена с переодеванием в костюм «Черной вдовы» на заднем сиденье автомобиля Старка, когда за рулем был Хэппи, вообще можно признать эталоном неловких ситуаций.